плитку, которая уже вываливается. Вот. Вот уборщица, посмотрите. Посмотрите, уборщица. Это нам говорят, прекрасно моют. Как может на 823 квартиры, которые в подъезде, убирать три уборщицы, которые утром приходят ровно на 2 часа. Пол помыли, ушли, а это кто должен мыть? Окна мыть. Вот это кто должен убирать? Мы своих прав не знаем, мы знаем только обязанности.